Шалом алейхем, дорогие друзья. Слава Богу, мы читаем уже в Тора, третья глава в книге Берешит, глава Лех Леха, где в ней мы читаем о жизненной истории нашему праотцу Авраам, первый отец еврейского народа. И здесь хочу упоминать то, что Рамбам пишет о Авраам, о Ицхак и о Яков. Пишет Рамбам Маймонид в своем книге так, что Авраам Авину установил для нас утренняя молитва Шахарит. Следующее поколение Ицхак он добавил. Он установил для нас дневная молитва Минха. Но тут добавляет Рамбам интересная фраза. И Ицхак, говорит Рамбам, установил для еврейского народа заповеди о выделении десятина, выделении маасер. Он первый в истории, который выделил маасер от урожай и принес Богу. Затем Яков установил для нас вечерняя молитва Маариф. То есть Рамбам рассказывает нам в истории этой заповеди выделить десятина от урожай. Кто был первый, который это делал? Это делал, говорит Рамбам, Ицхак. Это очень непонятно. И этот вопрос задает один из самых известных мудрецов. Звали его Раби Авраам бен Давид. Он был из мудрецов Франции. Он вернул свою душу Всевышнему 824 года тому назад в город Тулуз во Франции. Раби Авраам бен Давид написал комментарий на книгу Рамбам, и у него все время есть споры с Рамбам в понимании разных вещей, которые написаны в Торе. Он не всегда согласен с подходом Рамбам, как понимает вещи, которые упоминаются в Торе. И он здесь задает очень правильный вопрос. И он говорит, Ицхак разве был первый? Исторически это неправильно. И в этой главе Лех Леха мы читаем одна история о жизни Авраам. О том, что Тора рассказывает нам о первой масштабной войне, которая была в истории. Пять царей против четыре царей. Была тяжелая война. Вроде бы эта война не касалась Авраама. Он мог дальше сидеть в своем месте, в город Бер-Шева, и вообще не вмешивается в то, что там происходит. Но пока пришел один из беженцев, к сожалению, очень актуальный и знакомый для нас сейчас слова, беженцы из войны. Пришел один из беженцев к Аврааму и рассказал ему нехорошие новости. Сказал Авраам, что ты знал, твой племянник Лот, он живет в один из этих районов, где там идет война, и страна, которая захватила этот район, взяла его в плен. Когда Авраам услышал этой новости, Авраам не думал ни секунду. Он собрал свои люди, солдаты, немного людей, всего лишь 318 человек. И он отправился на войну, на фронт против той людей, которые взяли в плен его племянник Лот. Всевышний благословлял Авраам. Авраам победил на этой войну. И не только что он вернул Лоту домой, но слава Богу, ни один из его солдатов не подстрадал. Они отправились на войну 318 человек и вернулись домой 318 человек, целый и здоровый, без никаких проблем. Когда Авраам возвращается, рассказывает нам Тора, встречает его очень уважаемый человек. Малки Цедек Мелех Шалем. Звали его Малки Цедек. И Тора его называет Мелех Шалем, он был цар город Шалем. Шалем – это со слова Ярушалаим. Малки Цедек жил на той территории, где сейчас находится город Иерусалим, город Ярушалаим. Тогда называли этого Шалем. Малки Цедек был цар этот город. Раши комментирует и рассказывает нам, он не был просто цар, он был коэн, он был священник. Знаете, кто он был, рассказывает нам Раши от имени Медраш. Мы помним старший сын Ноах, звали его Шен, Шем. Шем благословлял его Бога в долгие годы жизни. И в это время он пока жил Шем, и он был Коэн, он был священник, который служил Бога, был ответственный за служение Всевышнего в городе Иерусалим. И он встречает Авраам. Благословляет Авраам. Что делает Авраам? Авраам же вернулся с войны с очень много имущества, которое он забрал у врагов.
Тогда он сразу выделяет десятина, рассказывает нам Тора, «Ваитен ло маасер микол». Он от всего, что он имел, он выделил десятину и отдал Коэну, отдал храму десятина, отдал Богу десятина. На основании этой истории спрашивает Раби Авраам бен Давид очень правильный вопрос. Почему же тогда Рамбам пишет нам, что кто был первый в истории еврейского народа, который видел десятина, это Ицхак, во время когда сейчас Ицхак еще не родился, и Тора нам рассказывает о том, что Авраам видел десятина. Еще больше. Вопрос еще сильнее. Откуда мы знаем о том, что Ицхак видел десятина? В следующей недельной главе мы читаем о том, что Ицхак שיטל וימצא בשנה ההיא 100 שערים. איסברלון ותום גדו סטוקרטנו. תויס, יצחק שיטל ורז'י כתור און פסבירל. פצ'ימון שיטל, פסניה את נשי מודרצי, סוות לאימפמיית, אמונדה בלזנץ כל כדיסטינה ודילאית, פעתם און שיטל. תם דז'ני וקזנה פרמפטור אטום שתו יצחק וידיל דיסטינה. Там всего ли указано, что он заранее считал количество урожая, чтобы знать, сколько из этого получится десятина. Спрашивает Раби Авраам бен Давид, Райвед его зовут в жаргон. Он же, а у Авраама не написано, что это была только десятина, только от урожай. Авраам дал десятина от всего, что он умел. Но Ицхак дал десятина только от урожай. А как же может Рамбам прийти и сказать, что кто был первый, который учит нам, законы о выделении десятина от урожай является Ицхак и не Авраам. Вроде бы Авраам это учитель гораздо и лучше, чем Ицхак на этой теме. Авраам же выделил десятина, во-первых, Авраам был первый по хронологический порядок. Во-вторых, Тора конкретно этого называет десятина. И кроме того, Авраам выделил не только от урожай, но от всего, что он умел. Этот вопрос Лубавичский Ребе в святой книге «Ликутей Сихот» в пятый том обращает наше внимание к этот вопрос, который задает Раби Авраам бен Давид, и дает нам очень важный, основной оригинальный ответ. Всевышний, как мы знаем, управляет этот мир две разных путей. Есть то, что называется правила природа, то, что каждый от нас испытывает каждый день, он встает с утра, и он идет на работу, и он старается делать лучше, и в итоге он зарабатывает то, что Бог благословляет его. И за это спасибо Богу. Есть иногда, когда Бог показывает нам чудес, и происходят такие вещи, которые мы вообще не ожидали, такие вещи, которые выше правил природы. Когда человек чувствует благодарность Всевышнему после того, что он испытывал большое чудо, это еще не доказательство, а сильная вера в Бога. Кто бы не чувствовал благодарственные чувства к Богу после испытания чуда? Когда мы можем сказать, что человек является по-настоящему верующий человек, человек, который верит в Бога, и он по-настоящему благодарен Богу, это когда он понимает, что Бог дает ему то, что происходит и в ежедневной жизни, что то, что он сегодня зарабатывал столько, и он не видел никакого чуда, это тоже не в результат своего ума, свой труд, свою энергию, свое время. Это тоже только в результат благословения Всевышнего. Это есть настоящее чувство благодарности Всевышнему. И тут давайте анализируем ситуацию. Авраам был после такой войны. Война, которую он действительно там увидел огромный чудес. Как мы упоминали, все 318 человек вернулись домой целы. Ничего не случилось ни с кем. Конечно же, у Авраама были такие огромные чувства благодарности Всевышнего. После этого, и он видел маасер от все, что он там имел. Но это не может стать пример для всех нас, для всех поколений, что Авраам будет нас учить о том, что мы должны иметь чувство благодарности Всевышнему и видели маасер. Большинство людей на свете не испытывает чудеса каждый день. Мы все должны трудиться, чтобы в итоге иметь то, что мы хотим иметь. И когда мы трудимся, мы можем ошибаться и подумать, что итоги достижения – это всего лишь в результат труда, если в результат наш труд, не в результат
божественное благословение, которое Всевышний направил к нам. И поэтому мы бы могли сказать, нет, это результат нашей работы. Поэтому случай Авраам не может стать примером для каждого от нас во всех поколениях. Цель, почему мы должны выделить десятину, мы должны знать и помнить, что «Лахашем хаарец умлоа». Все, что есть на этой земле, принадлежит Ему. Он нас управляет, Он нас дает, Он решает наша судьба, где мы будем жить, где мы будем процветать, где будет наша браха, где будет наша успеха. И за все, что мы получаем, мы должны быть благодарны. Кто является пример для нас? Кто является учителем? Первый учитель, который учит все евреи во всех поколениях? Это, безусловно, Ицхак. Ицхак не видел там никаких особых чудес. Он трудился. Рано утром он и его сотрудники ходили на работу, копали земля, сажали и потом пособирали урожай и считали, сколько они собрали. Но это было в результате тяжелая работа. Мог бы Ицхак сказать, это нет, это в результате нашей работы. Ицхак дает нам совсем другой пример. Ицхак говорит нам, нет, это не в результате моей работы. Кто написал этот закон, что когда мы сажаем что-то, и тогда потом Бог опускает дожди, и земля дает нам ее плоды, и мы собираем хороший урожай? Кто написал этот закон? Кто создал этот закон? Кто обеспечивает эти правила и эту игру, которая называется наша жизнь? Это все Всевышний делает. Это все Всевышний, и это все Всевышний делает. И поэтому сказал Ицхак, я считаю, сколько у меня урожай, и я буду выделить десятину от этого урожая. Вот это есть настоящий учитель для каждого от нас. Мы ходим на работу, мы трудимся, мы вкладываем время, здоровье, энергия, мудрость. Все, что Бог нам благословлял, каждый вкладывает, все подарки, которые он получал от Всевышнего, и в свою работу, и в результат, он собирает урожай. Это может быть урожай, это может быть деньги, это может быть другие вещи. И мы должны именно на этот момент напомнить себя то, что учил нас Ицхак. Что даже когда мы вроде бы не видели никакое чудо, все в руках Всевышнего. И все, что мы имеем, зарплата, которую мы зарабатываем, если это бизнес, который мы видели большой прибыль с Божьей помощи, это все в результат благословения Всевышнего. И поэтому, кто является наш первый партнер, это именно он. И когда мы зарабатываем, первая вещь, которую мы делаем, это сказать спасибо и выделить десятину. Поэтому говорит нам Рамбам, объясняет Лубавичский Ребе, кто первый в истории, который является для нас пример, кто первый учитель в истории для всех евреев во всех поколениях о выделении десятина и благодарности Всевышнему, это безусловно Ицхак, человек, который жил вроде бы обыкновенная жизнь. В рамках правила природы. Трудился, старался. И в итоге видел десятина и сказал Всевышнему спасибо за все, что он имел. Спасибо за все, что он собрал. Друзья, желаю вам всем шаббат шалом. И мы должны помнить об этом. В любой момент в жизни, в любой успех в жизни, никогда не ошибаться подумать, что это успех принадлежит нам. Все принадлежит ему, все благодаря его. И когда мы будем так жить, тогда мы будем действовать именно так, и будем выделить десятину, и будем благодарны. Мы будем заслужить благословение, которое будет еще больше, и еще больше, и еще больше. Желаю вам всем шаббат шалом, только хороших известий.